Анонс и точная дата выхода нового 16-серийного сериала «Частная жизнь». Премьера нового сериала стартует 6 сентября на телеканале «Россия-1». Сюжет сериала. Андрей и Елена Ивановы – супружеская пара. Главные герои были настоящим примером для подражания. Во всяком случае, так считали люди, которые видели их жизнь со стороны. Ведь никто даже не догадывался, что на самом деле Андрей – жестокий тиран, который даже занимается рукоприкладством, а его благоверная вынуждена терпеть такое отношение со стороны мужа. Но однажды женщина на улице подвергается нападкам хулиганов, и в этот момент Андрей приходит на помощь. Мужчина избивает одного из хулиганов, после чего данное дело начинает расследовать в полиции. Руслан Тимофеев был капитаном полиции, которому поручили заняться расследованием касаемо Андрея. И тут то выяснилось, что прошлое мужчины очень таинственно. Вскоре Елена понимает, что вышла замуж за человека, которого совсем не знает. И это сильно настораживает и пугает женщину. Напомним, премьера нового сериала стартует 6 сентября на телеканале «Россия-1». Если вам нравятся сериалы, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.